На странице «Алмазного края» в Инстаграм опробован новый формат взаимодействия с аудиторией. Какой он и что стал популярным среди наших подписчиков на этой неделе, расскажет Никита Кисляков. С наступающим днем всех влюбленных, друзья! Спасибо за ваши лайки! Особенно за те, которые вы поставили нашему первому прямому эфиру в Инстаграм с ведущими и гостями, присоединявшимися дистанционно. Благодаря вашим позитивным отзывам мы поняли, что есть смысл сделать данный формат традицией. Дебютный эфир посвящен юбилею Центра подготовки кадров. Запись доступна на странице. Если хотите предложить темы новых эфиров и их гостей, пишите в директ. А пока возвращаемся к классическим новостям. Мирнинские врачи рассказали, что может происходить с человеком после коронавируса, как долго идет восстановление. 93 тысячи просмотров на ТикТок. Замыкает тройку лидеров любовь. Жители Алмазного региона вспоминали, как предлагали руку и сердце. К ним присоединились и наши инстаграм-подписчики, не только посмотревшие видео 6 тысяч раз, но и оставившие о нем много теплых отзывов.